Горячее время. В силу вступил желтый код метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение действительно на всей территории страны до 19 августа включительно. В этот период на юге республики ожидается до плюс 37 градусов. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23. Врачи напоминают о необходимости пить как можно больше воды и не злоупотреблять кофе и спиртными напитками. По возможности не выходить на улицу в самый солнцепек с 11 утра до 6 вечера.